Ну, друзья, здравствуйте. Сегодня приехал я в парк Зарядье впервые. Так сказать, в сердце самом, в сердце самой сытой и зажатой Москвы. Будем честны. Поездка получилась чисто спонтанной. Ехал забирать микрофон из рестора. Он на сайте показано, что в наличии есть. По факту его не оказалось. Сейчас думаю, погуляю немножечко и поеду в другой рестор. Камеру в руки не брал, наверное, недели две. Как вернулся с Калининграда, так это, короче. До камеры вообще не докасался. Погода не подвела вообще ни разу. Давно я не видел Москву, чтобы была не такая пасмурная. При том, что территория парка достаточно большая, мне как мне кажется. Страшно представить, сколько народу здесь будет летом гулять. Сейчас-то еще зима, поэтому народу здесь поменьше. Ледяная пещера. Интересно, она работает или нет? Или закрыта? Стеклянная кора. Вот этот вот большой стеклянный купол впереди. Он, я вижу, что закрыт. И подняться туда на высоту, к сожалению, нельзя. Это очень плохо. Надеюсь, хоть стеклянный мост, который я вот много видел, открыт. Впереди вижу этот мост стеклянный. Он открыт, работает. Интересно, здесь есть туалеты? Не отстроили, конечно, будь здоров. Это в самом сердце Москвы, прикол. Кремль впереди виден. Прикольно. Мне сюда определенно нужно летом приезжать. И, походу, везде нужно летом приезжать. Зима нигде делать ничего. Хотя, как вам сказать, я даже не знаю. Но если зимой, то вечером сюда приезжать. У меня вечером камера помирает. Она не может нормально снимать, если мало солнца. Даже в такую погоду она захлебывается. Но вечером здесь будет очень красиво.
Эх, сейчас бы на высоту какую-нибудь забраться, чтобы поснимать панорамы. Впереди только Кремль. Я в Кремле уже был один раз. Хотя фиг его знает, куда еще идти. Попробуем сейчас найти какую-нибудь высоту, на которую можно забраться. Туда можно. Ну, такая себе высота, знаете ли. И повыше видали. Хотя... отсюда лучше Кремль видим. Но это не самое высокое место. К сожалению, пойду искать еще что-нибудь повыше. Нифига, какие лампы стоят. Тут, вон там. Мне небось все светится в вечернее время суток. Я думаю, что очень ярко. Но вечером я сюда потом еще, наверное, вернусь, как в Москва-Сити. И среди сосен такой выходишь обратно. Тебе получается круг сделал. Надо, значит, в другую сторону идти. Ну, погода реально радует. Тепло на улице, тепло. После Калининграда, считайте, что в Сочи попал. Не, ну высоту пока только такую нашел. Все, что выше, закрыто. Не, ну с этой высоты ничего не снимешь, короче. Только вот так вот. Ну, неплохо. Пойду вниз, сейчас спущусь обратно. Но я уже у подножия Красной площади. Короче, в ледяную пещеру сейчас нельзя. Мог бы сейчас зайти, не пускают, закрыто. Это плохо. Ну ладно. Посмотрим, что внизу у подножия Красной площади есть. Интересно, что это? Даже ночью не нужно, в такую погоду Москва прекрасна. Просто посмотрите на это прекраснейшее небо, на эти виды. Вот он, Кремль, с другой стороны. Но в Кремль я не пойду, так как уже был. Все, ребят, данный выпуск подошел к концу. Надеюсь, вам что-то понравилось. В дальнейшем выпуске, что было дальше, куда я пошел, следите, так сказать. Будем вместе смотреть за сытой Московией, как она живет, как здесь голодают люди, голодают ли они. Зададим вопрос правильно. До скорых встреч.